Привет, друзья! Это редакция News. Тут я говорю о событиях недели, на которые обратил больше внимания, чем на другие, и рассказываю, что думаю по этому поводу. Максимально субъективно, по возможности внятно и коротко. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! Таковы результаты исследования, проведенного компанией «Медиалогия». Она проверила, как реализуются принятые в начале года поправки в закон о защите информации. Но это те, помните, о запрете мата в интернете. Что ж, оказалось, что после вступления поправок в силу россияне в сети стали материться... Подскажите правильный ответ? Ну, конечно, еще больше. «Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и выражений и с помощью алгоритма посчитала, что за 2 месяца пользователи соцсетей сделали более 20 миллионов публикаций с нецензурной лексикой. Вангую, что на этом поле брани человеческая природа еще долго будет побеждать искусственный интеллект. Я еще в феврале говорил, что единственное, чего можно добиться этими поправками, это выставить посмешищами их авторов. Зачем вводить норму, которая, как вы сами по сути признаете, невыполнима? Не являются ли такие действия проявлением неуважения к репутации законодательной власти? Результаты исследования подтверждают не только мою правоту, но и еще 2 непреложные истины. Первое. Запретный плод сладок. Запрещая мелкие грешки, вы на самом деле их популяризуете. Вторая. Людей не проведешь. Показная борьба за общественную нравственность напоминает мне старый анекдот. Ну, помните, там в детском саду дети внезапно начали все материться. Выясняется, что накануне 2 солдата ремонтировали там проводку, и один другому уронил на ногу молоток. Спрашивает пострадавшего: «А ты как отреагировал?» А он: «Конечно, по уставу. Товарищ Петров, вы что, не видите, что вашему боевому товарищу Иванову причинены физические страдания стопы?» Даже если закрутить все гайки, сломать все винты и замедлить все соцсети, мата в сети меньше не станет. Потому что люди должны же как-то реагировать на внешние раздражители. Поправки в законы, например. Помните, в кино есть такой прием, когда для усиления саспенса фоном начинает звучать тревожная музыка или просто какой-то тон, вот типа этого. Ровно таким фоном звучали всю неделю новости о росте напряженности на востоке Украины. К Донбассу и в Крым стягиваются российские войска, в том числе из отдаленных округов, дивизия ВДВ из Пскова, мотострелковая бригада из Кемерово. В интернете опять полно фоток и видео боевой техники. Длинная колонна самоходок МСТА-С и боевых машин десанта идет по Крымскому мосту. Это сложно объяснить приближением курортного сезона. Маневры в Черном море начал и украинский, и российский флот. Под Воронежем появился полевой лагерь с рядами техники и госпиталем. «Нью-Йорк Таймс» посчитал это настолько важным, что опубликовало его спутниковые фото. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Путина отвести войска от границы. Дмитрий Песков заявил, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО. Москва и непризнанные республики с одной стороны, Киев и Запад с другой, уличают друг друга в подготовке большого наступления. То, что происходит, многократно описано в политологии, называется «игра мускулами». В просторечии же это любят называть, не при депутатах будет сказано, «мериться». Украина в глазах официальной Москвы, как известно, не самостоятельная сила, а поле геополитической схватки с Америкой. И некоторые прямо связывают нынешнее обострение с недавним кивком Байдена в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Но я думаю, это слишком театральное объяснение. Есть ощущение, что и на Украине, и в контролируемом Россией Донбассе укрепилась внутренняя готовность к новой войне. Взаимные обвинения в недоговороспособности звучат все чаще. Украина отказывается от переговоров в Минске, говоря, что там больше не нейтральное место. Россия не хочет переносить площадку. Другие эпизоды прямо отсылают к событиям 7-летней давности. ДНР сообщила, что от удара украинского беспилотника погиб 5-летний мальчик. В Киеве заявляют, что ребенок подорвался на мине, которую нашел во дворе. Трагедия в том, что ребенок действительно погиб в результате взрыва. Но чтобы понять, что там именно взорвалось, прилетело оно или лежало на земле, необходимо независимое расследование. А оно в нынешней ситуации невозможно, тем более что, как повод для дальнейшего обострения, история уже сработала. Мы знаем, что игра мускулами совсем не обязательно приводит к войне. Совсем не факт, что российская армия готовится к маршу на Киев, а украинская — к броску на Донецк. Но ситуация все равно очень опасная. Когда противоборствующие стороны вооружены и мотивированы,
Поводом может стать любой незначительный инцидент. Война может разгореться безо всякой команды, сама собой. А самое плохое, что не видно выхода. Потому что обострение выгодно, по сути, обеим сторонам. Внешняя угроза, как известно, хорошо отвлекает от внутренних проблем, которых полно и в России, и в Украине. И там снижается рейтинг власти, и доходы населения. Растут недовольства и цены. Россия за последние годы привыкла ощущать себя в кольце врагов. Сплочение перед лицом противника. Тезис, который мы очень вероятно услышим в послании Путина Федеральному собранию. Оно назначено на 21 апреля. Это то самое мероприятие, на котором в прошлый раз Путин объявлял о поправках к Конституции, а до этого показывал слайды с ударом по Флориде. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже дала свой прогноз. Послание 2021-го сформулирует новую систему координат. Старая, видимо, уже не так хороша для наведения боеголовок. Чтобы что-то купить, нужно зайти в интернет-магазин. Чтобы что-то продать, нужно этот интернет-магазин создать. Эквит – международная онлайн-платформа, которая поможет создать собственный интернет-магазин. Легко и быстро, без программистов и без дизайнеров. Первые продажи можно запустить уже через 24 часа, а потом подключить доставку, настроить продажи в соцсетях и маркетплейсах и развивать собственный бизнес как только душе угодно. Все эти интернет-магазины созданы с помощью Эквида, и таких уже более 1,5 миллионов по всему миру. Все они круто смотрятся как на десктопе, так и в мобильной версии. При этом вы сможете управлять собственным интернет-магазином где и когда угодно с помощью мобильного приложения, обрабатывать заказы, следить за складскими остатками, добавлять фото и менять описание товаров. Несколько кликов. Переходите по ссылке в описании и попробуйте сами. Сейчас лучшее время для запуска интернет-магазина и лучший способ сделать это. Эквит. У любой войны, даже у нынешней холодной, есть и еще одна сторона, о которой не стоит забывать – экономическая. За 3 недели российская валюта подешевела к американской примерно на 7% при относительно стабильной нефти. На этом фоне я обратил внимание на заявление Эльвиры Набиуллиной, важность которого может быть не очевидна с первого взгляда. Глава Центробанка призвала правительство как можно скорее отказаться от административного регулирования цен, потому что оно искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства. Помните историю с заморозкой цен на сахар и подсолнечное масло? Это подано как мера поддержки малоимущих. Вот на неделе появилось то побочное действие, о котором сразу предупреждали скептики, а розничные сети пожаловались на угрозу дефицита сахара. Набиуллина – это один из лидеров либеральной монетаристской политики, которой все свои президентские годы, независимо от политической ситуации, придерживался Владимир Путин. И вот Набиуллина внятно заявляет, что регулирование цен советского образца – плохой шаг, который только усложнит и так непростую ситуацию на потребительском рынке. Но мы помним, что команда об ограничении цен отдана лично президентом, и накануне парламентских выборов едва ли отменима. То, что ЦБ в лице своего руководителя выступил в этом вопросе против правительства и фактически президента, говорит о том, что довольно скоро может встать вопрос об ответственных за экономические последствия таких решений. А когда речь заходит об ответственности, сразу становится очевидна разница между опытным чиновником и обычным. Опытный отведет ее от себя еще до того, как ответственность наступила. Своя война продолжается и возле ИК-2 в Покрове Владимирской области, где содержится Алексей Навальный. На неделе на подступах к колонии были остановлены активисты и медики из профсоюза «Альянс врачей», то есть тоже активист. Они пытались попасть на прием к начальству или передать ему обращение в связи с состоянием здоровья Навального, однако начальство на контакт не пошло, акция завершилась задержаниями, в том числе журналистов CNN. Это, прямо скажем, было предсказуемо. Допускать к Навальному кого-либо, кроме разве что адвокатов и Марии Бутиной, явно не планируют. Сам Навальный с конца марта держит голодовку, требуя допуска врачей, сообщает, что у него повысилась температура, появился сильный кашель, а несколько заключенных из его отряда госпитализированы с туберкулезом. На днях и Навального перевели в медсанчасть с признаками ОРЗ. Вовсин продолжает называть состояние Навального удовлетворительным. Юлия Навальная опубликовала письмо, которое она получила от начальника колонии. Он пишет, что Алексея нельзя перевести в больницу, поскольку в его деле нет паспорта. Найдете – присылайте. Юля, надо сказать, ответила не просто жестко, а максимально в духе системы, к которой принадлежит начальник колонии. В случае плохого сценария вы окажетесь крайним, и никто вас не прикроет. Почему я думаю, что для начальника колонии это действенный аргумент?
потому что он может видеть примеры. Ну, скажем, продолжающийся процесс по делу о подбросе наркотиков Ивану Голунову. На скамье подсудимых рядовые полицейские, ну, младшие начальники. Безусловно, они виновны в том, что выполнили заказ, но заказчик, как у нас водится, не установлен, и исполнитель отвечает за все. Поэтому я считаю, что письмо Юлии – более сильный ход, чем митинги у стен колонии. И еще я обратил внимание на тему, которая подспудно обсуждается в рядах несогласных и которую на неделе открыто сформулировал финансист Андрей Мовчан. Навального надо вытаскивать даже путем обмена, потому что он в 1000 раз полезнее живой за границей, чем мертвый в России. И я думаю, честно говоря, этот вариант устроил бы Кремль. Вопрос, пойдет ли на такой сам Навальный. Для него это, конечно, супер рискованный шаг с точки зрения политического будущего. С другой стороны, в его тюремном настоящем слишком много прямых физических рисков. Как я уже говорил, вернувшись в Россию, Алексей задрал планку личного противостояния с Кремлем до уровня «жизнь или смерть». На этом уровне ситуация и остается. Никуда не сместилась. Что интересно, ситуация с Навальным практически исключила возможность сидеть на двух стульях, оставаться ни за и ни против. Кинорежиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи» с номинации на премию «Белый слон». Режиссеру не понравилось, что в соседней номинации представлены расследования Навального. Кончаловский назвал их политическим актом, который не может получать оценки по критериям киноискусства. Хотя, если считать ролики Навального художественным вымыслом, то под определение искусства они вроде бы подходят. Это интересный случай. Кончаловский, в отличие от своего брата Никиты Михалкова, всегда сторонился провластной однозначности, оставлял зазор для толкований, умел намекнуть, что правд больше, чем одна, славился умением говорить на Эзоповом. Но не в этом случае. Притом, говоря откровенно, даже если бы там всех остальных слонов отдали Навальному, едва ли Кончаловский хоть чем-то рисковал. Но заслуженный режиссер тонко чувствует веяние эпохи. Своим решением он только подтвердил, что вопрос с Навальным, как и вопрос с Украиной, слишком острый, полутона более не просматриваются. Используя название одного из самых знаменитых фильмов Кончаловского, теперь никакого «Танго и Кэша». Теперь либо «Танго», либо «Кэш». Проблемы со здоровьем возникли и у еще одного известного сидельца. Экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала. С положительным тестом на ковид его перевели в больницу при Матросской тишине. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест. Очевидно, это ходатайство не удовлетворят. Фургал в очередной раз пожаловался на давление со стороны следствия и отсутствие доказательств. Следственный комитет в ответ обвинил его в затягивании дела. Интересно сравнить Фургала с другим заключенным губернатором, бывшим главой Пензенской области Иваном Белозерцевым. Фургал, особенно после протестов 2020-го, выглядит явным врагом системы. Но и абсолютно системного Белозерцева тоже не стали освобождать под подписку и оставили в СИЗО. На суде по мере пресечения он настаивал, что не брал взяток, а 20 миллионов от бизнесмена Бориса Шпигеля предназначались на избирательную кампанию, очевидно, «Единой России». Понятно, что участь и Фургала, и Белозерцева связана с аппаратной борьбой вдали от их регионов, в самом центре Москвы. А пенитенциарная система, как и уголовный кодекс, проверенный инструмент для решения спорных, тем более политических вопросов. Разница между двумя кейсами сейчас, по сути, только в статье обвинения и возможном приговоре. Фургалу грозит пожизненно, Белозерцеву – до 15 лет с возможностью УДО. Получается, что на посту губернатора безопаснее воровать явно. Тогда, если что, будет коррупционная, а не бандитская статья. Но это уже какая-то совсем абстрактная талмудистика, потому что судьба Фургала от судьбы Белозерцева, как по мне, отличается сейчас примерно как холодная от студеного. Здесь, пожалуй, работает старый интернет-мем про аксиому Эскобара. Что то хуйня, что это хуйня. Видите, исследованиями идеологии о мате находят все новые подтверждения. Многих знаменитых сидельцев объединяло внимание со стороны Марины Литвинович, которую досрочно исключили из общественной наблюдательной комиссии Москвы. Я уже говорил, что по сравнению с регионами общественники столицы выбивались из общего ряда, а Литвинович и вовсе можно назвать белой вороной. Она рассказывала об условиях содержания уже упомянутого Фургала и обвиненного в госизмене Ивана Сафронова, говорила о проблемах арестованных в спецприемнике Сахарова, посещала задержанного Бориса Шпигеля, в итоге была исключена за неоднократное нарушение закона. Закона об ОНК, в том числе за разглашение данных по делу Любови Соболь. Кстати, среди прочих, за исключение Литвинович, голосовала член Российской общественной палаты Мария Бутина, показавшая недавно образец общения с заключенным. Очевидно, взят курс на зачистку политических оппонентов в ОНК и приведение всех этих комиссий под стандарт Владимирской области. Я уже рассказывал про тамошних общественников.
Сама Литвинович собирается обжаловать исключение, а в сентябре хочет баллотироваться в Госдуму. Полагаю, ее могут точно так же зачистить на дальних подступах к зданию в охотном ряду. И это будет одной из самых типичных и досадных ошибок, которую веками совершает власть в России. Вычеркивать, маргинализировать, выкидывать из повестки всех, даже готовых сотрудничать пассионариев, просто потому что они независимо мыслят, бессмысленно. А с течением времени и просто опасно, потому что пассионарий найдет возможность заявить о себе в любом случае, ему просто нужно куда-то девать свою кипучую энергию. Пересажать всех точно не получится, этого даже у товарища Сталина не вышло. А в кого превращаются пассионарии, загнанные в подполье, мы по отечественной истории хорошо помним. На мой взгляд, появление в Думе реальной оппозиционной партии, где могли бы быть и та же Литвинович, и условный Дмитрий Гудков, было бы самым верным решением для той самой стабилизации, о которой мы так часто слышим от властей. Да, парламент станет местом для дискуссий, но мудрость, как мне кажется, в разности подходов к проблеме несогласных, а не в продавливании единственного тезиса «кто не с нами, тот против нас». Пока гайки поворачиваются только по часовой стрелке. Президент Путин подписал пакет законов, за которыми мы давно следили, об оскорблении ветеранов, о контроле за просвещением, о расширении списка иноагентов и об обнулении президентских сроков. Еще один закон, предоставляющий госзащиту силовикам, в некотором смысле объединяет и венчает все остальные. Его можно условно назвать законом «Анти-Соболь». Именно ее сейчас судят за проникновение в жилище к родственникам Константина Кудрявцева, ну, героя ролика Навального про своих отравителей. Теперь охранять серьезных людей будет специальное подразделение службы внешней разведки. Но если вам кажется, что законы в России становятся все более очевидными, вы глубоко заблуждаетесь. По сложности создаваемых текстов наши депутаты утерли нос философу Иммануилу Канту. Именно с его трудами сравнивали нынешнюю нормативную базу эксперты из Высшей школы экономики в своем новом исследовании. Выяснилось, что тексты законов становятся длиннее, в предложениях все больше зависимых слов и причастных оборотов, и если почти неподъемная для обывателя критика чистого разума имела задачей ответ на вопрос о априорных синтетических суждениях, то основная задача российских законов – априорная ответственность за суждения. Председатель Думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников признает, тексты законов перегружены, мысль не видна, это несет риски, вплоть до коррупционных. И обещает выводить субъектов права законодательной инициативы на путь уважения к русскому языку. Мне одному кажется, что сама эта фраза демонстрирует сложность задачи. С другой стороны, а стоит ли загоняться? Важно ли, каким языком написан закон, если он все равно не работает? Вот как поправки с матом, например. У нас же важны не формулировки, а правоприменительная практика, то есть команда, отдаваемая вышестоящим руководителем. Она, как правило, отдается устно и иногда матерно. Не ослабевает внимание к песне Маниже «Русская женщина». Ее, в смысле песню, по жалобе организации «Ветеранские вести» проверяет Следственный комитет. Интересно будет посмотреть на результаты проверки, ведь, например, спикер Совета Федерации по ее признанию не смогла понять, о чем это. Песни для Евровидения — это ведь не закон, и обязательно нужно, чтобы было понятно. Я уже говорил, что серьезным государственным людям лучше бы вообще забыть про Евровидение. Но меня не слышат. Поэтому, процитирую Дмитрия Пескова, некоторые общественные организации занимаются более субстантивными делами, другие — менее субстантивными. Мне кажется, формулировка вполне в духе Канта. И, конечно, Эзопа. Поэтому доставлю себе удовольствие перевести вам ее слова. В то время как одни занимаются делом, другие — полной ерундой. И еще о славянских женщинах. Вот самое эстетичное фото недели, которое, несомненно, вызвало множество восклицаний, использованных медиалогией в ее исследовании. Всех участниц этой фотосессии в тот же день задержала полиция, потому что дело было в Дубае, где действуют законы шариата, то есть с общественной моралью строго. Большая часть девушек оказалась украинками. Вместе с ними загребли и одного россиянина по подозрению в организации. В отличие от наших политиков, дубайская полиция верит в дружбу россиян и украинцев. Первоначально им грозило до 6 месяцев тюрьмы, позже решили депортировать с запретом на въезд в Эмираты. Дубай давно стал особенным местом на карте путешествий для состоятельных персон. Дорогих курортов много – Лазурка, Мальдивы, Канары, Сочи, в конце концов. Дубай выделяется как направление, наиболее пригодное для отдыха с перчинкой. Отчасти это произошло из-за высокой популярности несерьезных славянских девушек среди местной элиты и готовности этих девушек эту популярность поддерживать.
И хотя в Эмиратах действуют поблажки для экспатов и туристов, важно помнить, что это не британская колония, а мусульманская страна, о чем местные власти периодически напоминают. И дубайские тюрьмы – это совсем не дубайские отели. Интересно, что реальный организатор фотосессии – не тот, которого задержали, а настоящий – благополучно успел покинуть Дубай. Вот так приезжаешь в страну с эскортом, а бежишь даже без сопровождения. Виталий Гречкин, так, согласно украинским СМИ, его зовут, вообще человек не последний. Держит в Киеве художественную галерею, знаком, как пишут, с первыми лицами Демпартии США и даже якобы финансировал предвыборную кампанию Обамы. Вдобавок, любит фотографироваться за роялем в окружении оголенных женщин. Видимо, их тела должны подчеркнуть широту натуры бизнесмена, а музыкальный инструмент ее глубину. Хотя и то, и другое, как по мне, говорит об отсутствии вкуса. Ну и о том, что чувак ставит перед собой цели, которых никогда не сможет достичь. Мораль для отбывающих в Дубай такова. Последнее, чем там стоит заниматься, это прилюдным развратом. Причем независимо от состояния вашего кошелька, потому что у местных правителей он, несомненно, толще, можете не сомневаться. Но Дубай – это не только про отдых с дамами, это еще и бизнес-столица. Вот, например, Павел Дуров переехал туда в 17-м, а недавно встречался с наследным принцем. Телеграм как раз привлек миллиард долларов инвестиций. На днях Forbes назвал Дурова самым богатым бизнесменом Дубая. Его состояние выросло за год в 5 раз и превысило 17 миллиардов долларов. В российском рейтинге он занял бы 9-е место. Как известно, Дуров не только владелец Telegram, но и основатель ВКонтакте. На неделе вышел большой выпуск редакции про зарождение российских соцсетей, про то, на чем Дуров сделал свои первые миллионы. Посмотрите, там много прикольного. Дубай в последнее время вообще плотно вживился в российскую повестку. Вот мэр Липецка Евгения Уваркина огребла хейта от жителей, которые увидели ее фотографии с яхты в Эмиратах. Проблема еще и в том, что Уваркина улетела в отпуск, не пояснив за декларацию о доходах. Прокуратура уверяет, что чиновница подала неполные данные. Видимо, чтобы закрыть неприятный инфоповод, мэр развила бешеную активность и пронеслась по городу с рейдом, обличая нелегальные вывески и некрашенные заборы. Что ж, предсказуемая реакция, когда пришлось вернуться из Дубая в Липецк. Зайти там полная антисанитария. Коллеги, вызываем управление потребительского рынка и полицию. На самоуправство мэра написал жалобу местный координатор ЛДПР. «Мне нравится Евгения Уваркина как женщина, но не ее методы работы», — пояснил Денис Власов. Посмотрим, как отреагирует на жалобу прокуратура. Кому, как не членам ЛДПР, знать толк в методах управления? Это я сейчас не только про Жириновского, про Фургала тоже. У депутатов сейчас горячая пора, на носу выборы, приходится вертеться и даже петь. Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин выступил на праздновании 50-летия панельного дома в городе Реж Свердловской области, куда приехал помочь с благоустройством, как выяснилось, помочь песней. Кажется, даже в первые годы истории «Ласкового мая» концерты выглядели поярче. Вот снова мой любимый случайный русский символизм. В этих кадрах без преувеличения вся Россия. И даже город называется Реж. На медийном жаргоне так называют режиссеров. Хотя такую сцену невозможно срежиссировать. Когда есть задача еще на 5 лет закрепиться на теплом месте в Москве, и не так запоешь. К тому же петь гораздо проще, чем латать асфальты и ремонтировать дома. Плюс пиар на всю страну, даже на Первом канале показали. Ну и, конечно, «я хочу по крышам бегать» в устах начальника звучит куда менее абьюзивно, чем «денег нет, но вы держитесь». Как вы знаете, я люблю рассказывать здесь про супергероев. Сегодня наш выбор – мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он лично освободил 12 заложников. Ими были коты, которые оказались заперты в закрытом кота-кафе. У заведения накопился долг по аренде, владельца помещения решила сменить замки, а животных оставила в качестве залога, пока с ней не расплатятся. Коты провели в заточении более недели, но в дело вмешался мэр. До последнего кота будем контролировать ситуацию, чтобы собственник приехал и его забрал. Освобожденных из заточения котов передали владельцам. Справедливость восторжествовала. Где-то в Уссурийске нахмурился Виталий Наливкин. Ну, мы до последнего кота будем контролировать ситуацию. Что-то я не понял, это кто вообще такой, а? Ну-ка сюда его. Это редакция «Ньюс». Мы верим в свободу для всех, включая, но не ограничиваясь котами. Ежедневная версия новостей, как обычно, в моем телеграме, ищите по хэштегу «Ньюс дня». Берегите себя. Увидимся.